Groovy. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы наконец-таки, сколько бы ждали, мы играем с вами в Poppy Playtime Chapter 2. Chapter 2 наконец-таки вышел. Боже мой, эта игра столько прикольных вдохновений мне дала, целую пачку вдохновения дала мне, что аж я разродился очень крутой короткометражкой, которую вы, возможно, пропустили. Вот здесь можете посмотреть. И я собираюсь снимать новую уже по второму чептеру. И я прям сидел и ждал, следил за Твиттером, следил за Инстаграмом Poppy Playtime, разработчиков, когда же игра наконец-таки выйдет. И вот она здесь! И я думаю, что мы прям сейчас должны с вами, не затягивая приветствия, начать играть. Я боюсь что-то говорить, потому что могу что-то упустить. Надеюсь, игра будет клевой. Мы видим сразу Mommy Long Legs. Этот трейлер был выпущен на YouTube месяц назад, по-моему. With Playtime Co.'s new patented elastic plastic, you can stretch, pull, and twist Mommy Long Legs in the craziest ways. She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. Мне нравится, что они сняли эту... Эту рекламу, как бы, знаете, вроде бы детская, прикольная, веселая реклама, но очень криповые позы были у мамочки. Нам говорят, проснись. Вау. У меня столько ожиданий. Они, наверное, очень завышенные. Poppy Playtime Chapter 2. Прям безумно завышенные. Надеюсь, что планку поднимут все-таки этой игрой. Мы здесь. Мы продолжаем прямо с того же места, где мы остановились в прошлый раз. Я заметил, что в начальной заставке не было субтитров. Я надеюсь, что они будут здесь в итоге по ходу игры, потому что игра не на русском. И мне нужно будет переводить это все. И тут нету настроек пока, субтитров. Хорошо, видимо, нам нужно идти назад, сюда, правильно? Оп! Это всегда было? Все, мы продолжаем идти дальше. Интересно, мы увидим Хаги еще? Ну, судя по трейлеру, мы видели маленький Хаги, но большого нам не показали. Идем. Пока все окей, у нас тот же самый грэппэк. Я хочу уже увидеть эти нововведения. Я просто помню... Опа! Кровавленный буги-бот. Ох, здесь все развалилось. А что здесь произошло? Эллиот Людвиг. Надо зайти, видимо, сюда. Ага, здесь закрыто. Посмотрите, ручка, она посреди двери находится. Очень странно, как-то так. Вот! Продолжай идти, она сказала. Видите, мы можем схватиться и использовать это. У-ху-ху-ху. Ой, я неправильно это сделал. Надо еще подналовчиться этим пользоваться. Мы можем одну из рук использовать. Так. Оп. А, черт. Блин. Я не понял. Я не понял, как это делается. Еще разок. Мы хватаем. Мы прыгаем. А, мы подтягиваемся. И отпускаем. Что? Первый пазл. Я уже не знаю, как его решить. Есть! Я смог его решить. Можно было лестницу, на самом деле, подтащить к себе и просто выбраться. Хорошо. А, это мы не можем забрать. Используй красную руку, чтобы нажать. И... А! Все, забираем. Синие бочки только для синей руки, получается, а красные для красной. Нет, на самом деле, нам по барабану. Можем синие подтягивать и красные подтягивать любой рукой. Это нам специально дает понять, используя желтую бочку. Мы видим ключ в виде этого цветка. Здесь нельзя ничего нажать. Я на самом деле сейчас стараюсь максимально сбросить все ожидания, которые у меня были. Я просто хочу насладиться игрой. Мне кажется, во-первых, мы видим, что она стала как-то поприятнее выглядеть. Во. Сейчас как-то получилось. Немножко ляписто, но получилось, тем не менее. Окей. А где здесь была замочная скважина? Тот самый цветок. Он живой? Интересно.
Мне кажется, тут все игрушки живые. Почему буги-боты валяются в крови? Ответ в моей короткометражке. Что это? Мы можем взять это? Это письмо. Итак. Окей. Эксперимент 814. Как нам прочитать? Мы можем вращать, но мы не видим текста. Возможно, поскольку игра только релизнулась, это такой легкий баг. Итак, заметки. Этот эксперимент утилизировал живую крысу. Как трудно разобрать почерк. Крысу кормили 3 раза в день в течение 2 недель. По истечению 2 недель крыса была убита и помещена в цветок мака в специальном консервирующем геле. Через 1 неделю электрическим током шарахнули по этой крысе, все еще в геле, в попытке ее оживить. Крыса так и не ожила. Анализ. Я все еще верю в потенциал макового цветка. Его необычные свойства заставили меня поверить в то, что правильная микстура и процедуры способны изменить жизни. Цветок мака на протяжении долгого периода времени имел большой символизм. И я думаю, это не просто так. Возможно, нечто большее, чем крыса способна дать другие результаты. А какой символизм есть у цветка мака? Я на самом деле мало чего про него знаю, только про булки с маком. И у нас есть какие-то ачивки, которые можно найти, и ВХС-очка. Ох! Подлагала. Ах! Ничего, бывает. Тоже все в крови, видите? Все игрушки в крови. Смотрите, нужна желтая рука. Давайте проиграем кассету. Сейчас будет тоже какой-то символ странный, да? А, нет, тут целое прям видео. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Где же лицо? Family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Неприятно закончилось. Я так и думал, что именно у создателя фабрики погибла дочь, Поппи. Это есть она, и он решил оживить ее. Но это как бы уже понятно. Смотрите, мы можем туда пойти. Что? Что это? А, подушка, фух. Так, мой лучший друг... Возможно, это ее рисунки. И она рисовала Хагги, получается. Это все ее рисунки. Candy Cat. Значит... А, не, погодите, мы можем любую руку использовать. Ну, давай. Есть. Какая стрёмная вентиляция у него в офис идет. Ну как, спринтить-то мы можем? Спринтить мы можем. Хорошо. Я буду, если что, запинаться, поскольку сейчас у меня 2 часа ночи. Блин. Она жива. Мы должны решить загадку. Я понял. Итак, давайте. Вот сюда. Рука. Стой. Держись. А, нет, мы должны отсюда взять энергию. Стоп, промахнулся. Прямо. А, вот сюда. Итак. Да, нас обучает снова базовым навыкам. Как-то так. Длинная рука. И давай. Давай. Что за фигня? Есть. Я не ожидал, что мы увидим ее живой. Она будет нашим союзником? О, вот, вот она. Мне нужно сюда, получается, да? Хорошо. Вот, мы подтягиваем себя. Вах. Вижу, вижу, вижу. I should be able to follow you through the fence. This way.
сюда, она говорит, но мне нужно будет в другую сторону, вот сюда пойти. А почему она не может ходить вот просто вместе со мной? Почему нужна обязательно вентиляция, чтобы была? Она вроде милая, но сейчас она как-то крипово сказала, что она меня видит. Мне это очень не понравилось. Итак, вот здесь нам нельзя ошибаться, ибо мы подохнем. Так, давай. Оп. Есть! Идеально, Евгений, молодец. Сработано, хорошо. Закрыто. Поппи. Поппи, вылезай, вылезай, Поппи. Она вылезла. Listen. I'm going to need you to trust me. Ох, нифига себе! Погодите, то есть она не злодей здесь? Или это игра все? Я не ожидал этого. Слушайте, но походу нам нужно нырять вниз. За ней! Где я? Я все еще лечу? Да, я лечу все еще. Ох, как мы низко пали. Game Station. Нам сюда надо. Погодите. Сначала нужно включить электричество. Оу, нет, там плохо. Там очень плохо. Туда мы не полезем. Да мы и не сможем. Хорошо, очередной пазл. Блин, как круто, что эта игра сконцентрирована на пазлах. Итак, энергия у нас здесь, правильно? Стоп. Почему? Мы будем надо что-то нажать? А, энергия вот здесь, где желтая. Все, я понял. Эп, что за нафиг? О, как ты посмела? Что-то не так. Все, я понял. Это нельзя использовать. Стоп, я не понимаю, что происходит. Что-то не так. Когда мы трогаем вот этот столб или другой, видишь, она сразу вот что делает. Мы должны что-то сделать. Возможно, использовать эту трубу каким-то образом. Нет. Все, я понял. Нам нужно обойти вот таким вот образом как-то надо обойти. Вот, видите, да. Все, хорошо. А, я понял. Обошли. Слушайте, как прикольно. И здесь у нас будет вот такая проблема, которая... Как-то я даже, кстати, не знаю, как решить ее сейчас пока что. Понял. Я понял, как решить ее. Они заимпрувили загадки. Просто 5 баллов. Опа, мы идем прям вот сюда. Мне нравится, что они усложнили загадки. То есть механика осталась точно такая же. Но... Она оторвала! Она заклеила ей рот! Это было круто. Появление мамочки прекрасное. Не страшное, но это был сюрприз. Это был прям настоящий сюрприз для меня. Что ты такое? Омерзительно. Очень стрёмно. Все эти игрушки живые, но я так и подумал. Давай. Она лишила нас руки.
Я так понимаю, вся игра, вся глава будет крутиться вокруг этой локации. Нам нужен поезд. И поезд, когда мы на нем отправимся, это будет как раз-таки концом второго чептера. Окей. Нам нужно 3 игры пройти. Какие-то. Давайте идем сюда. Окей. Давайте. Ой, извините. Что? Hi, kids. Welcome to the game station. I'm Stella, and we've got 3 super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Вниз по лестнице? Оп. Куда? Я не понимаю, куда? Что выдвинулось сейчас? Вот сюда. Первая, вторая и третья. О, мы не можем. Мы здесь можем пройти. Не заметил. Сейчас мы, получается, найдем новую руку себе. Воу. Кто прорыл эти туннели? Сами игрушки? Вот рычаг. Окей. Хорошо, мы должны нажать сюда, видимо. Кассета! Что это? Это как лото? Почему у него глаза такие, как будто он страдает? Хорошо, жмем следующую. А, нет, погодите. Это жижа. Окей, стоп. Мы должны поправить эту трубу. Все, я понял. Хорошо, извините, я понял. Но нам теперь не хватит, кажется, да, жидкости. Стоп, оно закрутилось, все хорошо. Но недостаточно хорошо. Или достаточно. Мы сделали... Мы делаем себе разные руки. Следующая кнопка. Жму. Нет краски. Да ё-моё. А где краску-то взять? Что? Что? Слышите еще? Вот здесь. Что-то сейчас появится. Мы можем забраться здесь. Окей, вот она краска. Нам нужно ее загрузить будет. Есть. Оп, теперь можно использовать, да? Оп, осторожней. Все эти руки будут зелеными, получается. А зачем их так много нам? Они что, одноразовые? Ладно, и последняя кнопка. Ну иди ко мне, ручка, дай петюлю срочно. Есть! Хорошо, походу они одноразовые. Мы сейчас можем присобачить. Куда? Сюда. О. Нет, мы переносим энергию. Хорошо. И смотрите, рука все еще с нами. А эти для чего? Стоп, идем! О! Воспоминания, как Хаги меня преследовал. Сюда не входить, хорошо, я не буду входить. Нажмите сюда. June 28th.
Нет, ты не угадал. Ты не угадал. Извини. Где бы кассету посмотреть, еще одну, которую я нашел только что? Оу. Да ладно, нам нужно будет собрать узор? Нет. Это просто кто-то грязной тряпкой мыл эти экраны. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Так, это не сложно, вроде бы. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Ой, неприятно мне. Вот посмотри, как он стрёмный. Ну давайте. Ну давайте. Ну давайте. О. Что ж такое? Ну, давай наверх, все. Нечестно. Нечестно. Мама будет смотреть, да, за нами. Стоп, я пропустил. Что надо жать? Нет? Смотрим. А, желтый, вот же написано. Извините. Быстрей. Давай. Зеленый. Yellow, green, red. Желтый, зеленый, красный, красный. Yellow, green, red, red, yellow. Не смотрим на него. Отвлекает. Все? Раунд 2. Давай. Хорошо. Red, yellow. Blue, red, yellow, red. Тут же подсказка есть. Где опять вы? Где? О, свины, свинство какое-то. Успели? Хорошо. White. Белый! White, red. Черт. Раз, два, red, оранжевый. White, red, orange, red. White, red, orange, red. White, red, orange, red, orange. White, red, orange, red, orange. Yes! Round four. Ты, четвертый раунд. Blue. Есть. Джей! Sorry. Blue Jay, где? Blue Jay, heart, smiley face. Блин, промахнулся, не торопись. Blue Jay, heart, smiley face. Джей. Да почему я жму этот белый? Так, blue, Jay, heart, smiley face, P, question mark. Есть. 5.
Вы что, охренели? Вы что, охренели? Стоп. Что делать? Что делать? Что мне делать? Это издевательство! Нет! Есть, я понял. Все, все. Разобрался, разобрался. For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Ой, нифига у нее руки какие. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay though. Mommy knows other ways to play with you. Непонятно, какая цель у нее. Она просто хочет поиграть. Значит, что это? Окей. Нам сюда надо. А, мы не можем сюда. Мы не можем упасть. Мы можем только идти. Ладно, пойдем. А, мы можем упасть. Отлично. Здорово. Смотрите. И сюда мы тоже не можем зайти. Ладно, идем. Только вперед. Только вперед к спасению. Было нервозно. Было прям прикольно. Мне понравилось. Не то чтобы это было супер сложно, но почему-то я из-за того, что спешил... Из-за того, что я спешил... Блин, нет, нет, нет. Все, все хорошо, мы здесь. Опа, склад. Из-за того, что я спешил, я нажимал на белый вместо J. Поврежденное. Мне нужно найти видак, чтобы посмотреть кассету. Я должен ответить? Do you think he saw us? Да, забавно. Достаточно забавно. Мы, кажется, видели это в трейлере. Мы можем игрушки тебе брать? Не можем. Оу! Воу-воу-воу-воу. Мне кажется, он будет нас преследовать. Почему такой большой? Хорошо, мы идем сюда. Хватаем электричество. Куда мне его? Слишком, слишком большой. Надо убрать. Уберись. О! Вот оно как. Энергия расходуется постепенно. Что было? Что сейчас было? А, погодите, кассета. Почему я не могу? Почему я не могу воспользоваться? А, это же не тот видак. Я не нашел зеленый, да? Это кассета какого цвета? Зеленая. Блин, мы пропустили. Хорошо, я не понимаю, куда мне нужно впендюрить вот это. Динозаврик, не подскажешь? Ну, не подскажет. А мы можем поднять? Вон туда надо. Все, я понял. Скорее, 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 пока не зарасходовалось. Есть. Все, оно работает. Почему? Все, энергия израсходовалась. Стоп, мы можем, наверное, его схватить. Да, вот же у него есть. Оу. Окей. О, аккуратнее, аккуратнее, коробка. Не горячись. Значит, смотрите, вот отсюда дотянемся. Какой у нас максимум? У нас еще есть. У нас есть еще. Мы можем сразу, кстати говоря, отсюда достать, да? Нет, мы не можем. Блин. Тащим. Тащим. Скорей, скорей, скорей.
Правильно хоть тащим-то его? И куда нам нужно его принести? Нам нужно его привести аж вот сюда, но для этого надо бы постоянно его перезаряжать. Где у нас эта штука? Куда ее воткнуть? Тащим. Просто бежим. Я думаю, мы прилично можем его протащить за один заход, если не будем тупить. А, погодите. Так мы можем его в принципе тащить. Нам не обязательно было его заряжать. Все хорошо. Тогда прям ставим сюда. Нам нужно убрать этого чертового динозавра отсюда. Есть. Все. Окей. И мы можем ехать. Тик. Ушел. Сейчас он отпустит, да? Все, я понял. Нам нужно оттащить его отсюда. Нахрен. Есть. Что ж, мы довольно-таки неплохо продвинулись, мне кажется. Сюда нам нельзя, наверх. Итак, у нас здесь тоже есть контакт. И вот здесь контакт. Мы не можем идти сюда? Нет, мы можем пройти. Но мы не можем встать на платформу. Нет, мы можем встать на нее. Нельзя. Неужели нам нужно принести оттуда электричество? Стоп. Это же столб, контактный столб. Значит, мы отсюда берем его. Да. Ага, так мы поднимаем. А опустить мы не можем. Это хитро. Смотрите, как мы сделаем. Мы присядем. Стой. Да стой. Да ты чё? Есть. Давай. Цепляемся. Есть! Эти загадки для меня особое удовольствие. Вот они бы так всю игру бы сделали, как портал. Куча загадок. В принципе, они так и сделали. Я просто хочу еще больше. О, это нехорошо. Это больно, да? Что это значит? Это просто дым. Он меня попытался напугать. Интересно, фабрика эта начала рушиться. Смотрите, сколько крови. Она начала рушиться именно из-за того, что мы... Не знаю, из-за того, что она давно заброшена, то есть все ветхое. Или потому, что тут какое-то землетрясение случилось. Ну, своего рода паутина. А как мамочка плетет паутину? Она же не паук в прямом смысле. Или у нее есть эти органы, которые позволяют ей плести. Мы вышли. Окей. Первая игра закончилась. To be this smart. Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wagga Wuggy. Head downstairs and have fun. Вот это следующая игра. И в следующую игру мы поиграем в следующем выпуске. Оставайтесь со мной, друзья. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы по Poppy Playtime и другие видосы, которые я сделаю. С вами был Юджин, друзья. Огромное всем спасибо, что смотрели. И всем пять!